даже никак не отразится. Хотя я поправился килограмм на 5. Ну так что, я думаю, сегодня тебе в последний день нужно прям наесться до отвала. Кому хочешь передать привет? Маме. Попросить у нее прощения за все, что я сделала, не так, не делала. Не знаю. Так, быстро вас учу, как нужно просить прощения. Итак, все мои родные, все мои близкие, простите меня, пожалуйста, за то, что я такой негодный. Я обещаю, что в следующем году я исправлюсь и буду самым лучшим сыном, внуком, ну и, конечно же, молодым человеком. Прощенное воскресенье. А отвечаем мы, Бог простит, и я прощаю. Ну что же, научились?